Его основные пункты уже оглашались. Государство готово в случае крайней необходимости распечатать свои золотовалютные запасы, которые накоплены в благополучные годы и измеряются триллионами рублей. Так называемая подушка безопасности позволит стране продолжать плановое развитие и обеспечивать финансирование социальных программ даже в том случае, если нефть просядет ниже 60 долларов за баррель. Причем основной акцент в эти годы, по мнению Заварзина, нужно сделать на развитие высокотехнологичных отраслей промышленности и поддержку собственного агропроизводства. А в текущий момент усилия федеральной власти будут сосредоточены на том, чтобы на фоне падения курса рубля не допустить ценовых спекуляций и, как следствие, роста недовольства среди людей. Мы ни в коем случае не должны допустить, чтобы бесхозно росли цены, в первую очередь, на продукты. Сейчас президент дал команду для того, чтобы ни в коем случае на жизнь людей, простых людей, не повлияло с той скоростью, которой, допустим, падает рубль.